Добро пожаловать на канал Hardress Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei Y6 2019 года выполнить первоначальную настройку устройства. Давайте выберем наш язык. Нажимаем «Начать». Выберем регион, нажимаем «Далее». Принимаем соглашение, нажимаем «Далее». У меня нет сим-карты, так что я нажимаю «Пропустить». Импорт данных. Если у вас есть старый телефон, вы можете сделать импорт данных с устройства Android, iPhone или iPad, или же из резервных копий в облаке, или же из резервной копии Google. Далее, подключаемся к сети Wi-Fi. Подключено, нажимаем «Далее». Идет проверка обновлений. Далее входим в Google аккаунт, вписываем. Нажимаем «Далее». Вводим пароль. Опять нажимаем «Далее». После чего принимаем условия использования. Включаем все сервисы Google и нажимаем «Принять». Нажимаем «Принимаю». И несколько раз говорим «Окей, Google». «Окей, Google». «Окей, Google». Готово. Нажимаем «Далее». Еще раз нажимаем «Готово». Можем войти в наш аккаунт Huawei, либо можем сделать это позже и нажимаем клавишу «Позже». Облако. Вы можете включить хранение данных в облаке. На ваше усмотрение можете включить, можете не включать. То есть, если вы это включите, то все ваши данные, то есть, как здесь написано, фото, контакты и другие данные будут также помещены еще и в облако, помимо памяти вашего устройства. Можем нажать «Пропустить». Можем сейчас настроить пароль. Можем изменить способ разблокировки, например, на графический ключ. Чертим повторно и нажимаем «Готово». Далее, можем настроить разблокировку лицом, либо же нажимаем «Пропустить». После чего нажимаем «Включить все службы», либо же можете настроить дополнительные службы, например, отключить службу погоды или службу поддержки, но это довольно нужные службы, поэтому я бы нажал «Включить все службы». Можете включить всегда актуальную версию программного обеспечения, либо же нажать «Обновлять вручную». Далее. Вам предлагают скачать все эти приложения. Можем нажать «Позже» и сразу приступить к работе с устройством. Вот, собственно, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!